как появилась на небе луна. В далекие времена вся земля была покрыта морем. Потом морская вода начала понемногу уходить, и в разных местах вышли из воды острова. На одном из таких островов жили две сестры – Курамара и Накари. Были эти сестры храбрыми охотницами и хорошо ловили рыбу. Поймала однажды Накари невиданную рыбу небывалой величины. Была эта рыба бледной, круглой и плоской. И назвали сестры эту рыбу лунной рыбой. Оставили сестры луну рыбу в густой траве, под большим деревом. А сами пошли искать коренья, чтобы вкуснее была рыба. Набрали сестры много кореньев и пришли обратно. Но рыбы под деревом не было. Долго искали сестры луну-рыбу. Смотрят, а она сидит на ветке большого дерева. Потом на другую ветку прыгнула. Все выше и выше стала подниматься луна-рыба и, наконец, прыгнула прямо в небо. И поплыла луна-рыба по небесному своду большим, плоским, светлым шаром, все освещая на небе и на земле. Так продолжалось много ночей. Но однажды сестры увидели на небе только половинку луны-рыбы, потом четверть, а затем совсем не стало луны-рыбы. «Кто-то там на небе съел нашу рыбу!» – закричала Курамара, но она ошиблась. Луна-рыба была волшебницей и опять пришла на небо. Сначала увидали люди лишь ее кусочек, но она все росла и росла, и, наконец, снова поплыла по небосводу большим светлым шаром.